Годовая инфляция в Тверской области замедляется пятый месяц подряд. В сентябре она составила 14,3%. Это на 1% меньше, чем в августе. Сказалось влияние целого ряда факторов, отмечают в региональном управлении Центробанка. Так замедлился рост цен на мясо и продукты из него. На это повлияло не только увеличение объемов производства в животноводстве, но и меры господдержки, ограничения на экспорт основной кормовой составляющей, а также льготные кредиты. Существенным фактором стало снижение издержек на фоне роста производства комбикормов. Также подешевели овощи и фрукты из-за повышения внутреннего производства и за счет отмены запрета на импорт из ряда стран. Среди непродовольственных товаров замедлился рост цен на легковые автомобили, а также на мебель, благодаря удешевлению древесины, которая стала намного больше на внутреннем рынке. Кроме того, по данным ЦБ, спрос населения на крупные покупки остается ограниченным. Теперь цены будут расти гораздо медленнее, чем весной. А на некоторые товары, ну, по идее, должно быть снижение. Производители постепенно находят новых поставщиков, комплектующие, налаживают новые логические цепочки. Импортеры ищут пути перевозки товаров. Покупатели понимают, что товары по-прежнему можно прийти, найти в магазине. Чем быстрее будут налажены вот торговые цепочки и производственные связи, на это, скорее всего, уйдет этот год и часть 2023 года. После этого инфляция должна прийти в норму и вблизи составить 4%.